хотелось бы затронуть такую тему, как боли в пояснице у подводных охотников. Многие подводные охотники не носят разгрузок, одевают пояса и вешают там много килограммов, что приводит к болезням спины. Я разработал небольшой комплекс, который хотел бы показать вам. Сейчас вы его увидите. Сейчас зашли мы в качалочку. Сейчас покажу вам основное упражнение на поясницу, базовое, которое действительно закрепляет поясничные мышцы, именно глубокие мышцы спины. И еще хотелось бы сказать, чтобы вы обязательно делали с дыханием. Сейчас я все покажу правильно. То есть обязательно вдох, фиксация, выдох. Это очень важные моменты. Если вы будете делать просто так, спина не будет забиваться и не будут работать глубокие мышцы. Используя такой козел, обычно можно использовать и гиперэкстензию, если вы пошли в качалку. А сейчас мы упираем ноги, плотно ставим. И наша задача, смотрите, чтобы конец козла или гиперэкстензии был вот здесь на паху. То есть, чтобы стоял вот в этом месте, чтобы у нас был плавный разгиб, плавный сгиб. Смотрим сюда. И обязательно дыхание. То есть я сейчас ставлю ноги, упираюсь на козла, полностью вниз опустился, руки за голову взял. Вот сюда вытянулся. И теперь делаю плавный вдох. Вдох. Три. Выдохнул. Вытянулся. Опять вдох. Раз. Два. Три. Вытянулся вниз. Опять вдох. Раз. Два. Три. В этом упражнении очень важно делать вдох и выдох. Иначе не будут забиваться у нас мышцы, потому что это дыхательная гимнастика, это база для укрепления спины. И вы обратили внимание, да, при подъеме я полностью замираю и делаю вдох. То есть я делаю сокращение мышц. Сжимание, сжимание, сжимание. Когда опускаюсь, я делаю полностью растягивание. Выдох. При выдохе идет полное расслабление. Еще раз сейчас покажу. Смотрите. Именно здесь я выдохнул полностью. Не надо быстро делать. То есть вот такие рывки здесь не нужны. Опустился. Вдох. Замер. Выдох. За голову себя тяну, локти сжимаю. Вдох. Замер. Выдох. Работают именно вот эти поясничные мышцы. Смотрите, вот они как раз таки. Вот то, что нам нужно. Вдох я делаю. Вот они напрягаются. Вот здесь проработка идет. Прям. И теперь выдох, расслабление. Выдох. Ну, я обычно делаю 3 подхода по 10 раз. Вы можете начинать 3 подхода по 5 раз для начала. А сейчас именно прорабатываем самую нижнюю часть спины, как раз таки вот, которую мы сейчас видео показали. Смотрите. Здесь принцип тот же самый. Обязательно дыхательная гимнастика. То есть без дыхательной гимнастики смысла нет этих упражнений. А вот поверхность козла, тазовую часть, вот эту ложу я вот сюда, прямо на краешек, чтобы меня как будто свисало. И не смотрю головой вниз, а смотрю вперед. То есть, вот так вот. Ноги расслаблены. Теперь я смотрю вперед. Тело стараюсь держать на месте. Делаю вдох. Держу. Выдох. При выдохе тяну вниз ноги, полностью расслабляю. Опять вдох. Зажал. Выдох. Опять-таки. Вдох. Выдох. Вот смотрите, вдох. Вот он. Именно забивка вот этих поясничных мышц. Выдох. Это я делаю тоже примерно 3 по 10-15 раз. После этого обязательно повиснять на турнике. Небольшой вис. Нет, спутник. Руки мы берем в узкий хват, чтобы мышцы растягивались. Вот так вот повисли. Просто висим. Ну, я делаю 3 по минуте. Вишу так. Вы можете делать по 30 секунд, по 20. Сюда чуть-чуть вот. Обязательно растяжку спины нужно делать после этого. Второй вариант. Можно закачать спину в домашних условиях. То есть это нужно делать всего 2 раза в неделю. Нам понадобится обычный лежак. Можете использовать простынь, полотенце, без разницы. Все, что вам угодно.
Ложимся, руки вытягиваем, ноги прямо тоже. Теперь мы начинаем одновременный подъем левой руки и правой ноги с вдохом. Раз. Выдох. Два. Выдох. Три. Выдох. Делаем мы это 10 раз, потом меняем наоборот. Правая рука, левая нога. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо, сделали 10 раз. Теперь переходим к поднятию корпуса. Локти сужаешь. Вот сюда, тоже 10 раз. Пошел, вдох. Вот, ноги на месте, выдох. Хорошо. Вдох. Обязательно используем гимнастику дыхательную. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Как сделали мы 10 раз, теперь работаем подъем ног. Вдох. Выдох. Резко не должны ноги падать, шлепать и так далее. Плавные движения с дыханием обязательно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. То же самое делаем 10 раз. А потом соединяем полностью комплекс. Поднимаем ноги, грудь, руки одновременно. Вдох. Замер. Раз, два, три. Выдох. Хорошо. Вдох. Замер. Выдох. Вдох. Выдох. Вот наш целый комплекс. То же самое делаем по 10 раз. После него мы делаем растяжку. Обязательно садимся на попу, вытягиваем руки вперед. Вот сюда. И хорошенечко тянемся. Руки поуже делаем. Максимум ширина плеч. Вот, хорошенько растягиваемся вперед. Секунд 30 так полежали. Потом идем в бок, влево или вправо, без разницы. Ручкой вот сюда. Хорошо, опустились, полежали. Теперь идем вправо. Вы можете использовать данную гимнастику два раза в неделю, то есть, например, понедельник, пятница. Это укрепит именно поясничный отдел вашего позвоночника, избавит вас от травм, от нагрузок, которые происходят во время подводной охоты, особенно пояс, когда 8-10 килограмм висит, это не очень хорошо. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем добра, друзья!